Приветствую вас, Анна, давайте разберемся с тем, что вы написали. Началось год назад, появился страх причинить вред ребенку. Так вот, как я с этим справлялась. Как-то с этим справлялась. Ну, смотрите, здесь момент в том, как вот мне видится весь момент то, что вы видите в ребенке для себя некоторую угрозу. Вот. То есть ребенок вам, по вашим ощущениям, чем-то угрожает. Вы, вам, условно говоря, да, вам, кажется, что ребенок посягает на что-то, ну, на что-то ваше. На что-то ваше, на что-то личное. Вот. И поэтому вам хочется, скорее всего, его устранить. Вот. Вопрос здесь заключается в том, на что именно посягает ребенок. То есть на что конкретно он вот посягает. Ну, у вас. Чему конкретно ребенок угрожает? Вот. Ну, опять же, в контексте, вас. Это очень важные моменты, если мы говорим про, ну, вот эту вот ситуацию. Это очень важный момент. Дальше. То, что вы описываете. То есть вот, ну, вы описываете, что у вас появился страх сойти с ума, вот, и так далее. Это все больше про желание свободы, про желание освободиться. Вот. Про желание освободиться от того, что на вас сейчас оказывает довольно сильное влияние, довольно сильное воздействие. Вот. Ну, выглядит. По крайней мере, выглядит все именно таким образом. Выглядит все именно таким, ну вот, в таком контексте все это выглядит. Вот. Это то, что я могу вам сказать. То, что я могу вам
ответить. В основе данного состояния вполне может лежать определенный кризис, кризис экзистенциальный, когда ваша жизнь просто, ну, кажется вам такой достаточно пустой, вы себе сами не принадлежите, вот, и, соответственно, это порождает тревогу. Ну, что касается возможных заболеваний ваших, то тут, на мой взгляд, момент связан именно с тем, что вы нуждаетесь во внимании, то есть вот, ну, вы нуждаетесь в том, чтобы чувствовать себя важной, чувствовать себя значимой, чувствовать себя ценной, вот, и, соответственно, отсюда вот это вот такая потребность видеть у себя болезнь, потому что когда своей болезни видишь, то хочется привлечь к этому людей. Хочется привлечь людей к решению вашей проблемы, что, собственно, вы делаете сейчас. Также вы описываете навязчивые мысли, вот, которые связаны с вашей глобальной неудовлетворенностью. Вот. Все это нужно разбирать, Анна. Вот вы здесь пишете, да, что демон и так далее, это про агрессию. Вы говорите здесь про агрессию, про агрессивность. Вот это значит, что вам этого не хватает. Не хватает отреагирования. Вероятно, не хватает физического отреагирования. Вот. Того, что вас волнует и беспокоит. Вот. Так что нужно разбираться с этим, Анна. Нужно смотреть, как вы создавали свою семью. Нужно работать с вашими чувствами, вот, конфликтами, страхами. Ну вот, то, что можно вам ответить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго.